Дверь. Да. Так, не пригодится нам. По ней все. Не развернет. Да ее просто надо поднять. Надо сначала не подняться. Погоди, попробую. Проволока сама может пригодиться. Ну да, у нас проволоки нет. Проволоки нет. Не покупали еще. О. Ой, осторожно. Ну, о, как раз будет нам кусочек. Да вон там я еще повесил. Ага. Смотри же в глаза, папа, аккуратно. Угу. О, живем, живем, да, отец, проволока есть. Надо натянуть же ее потом. Да, да. Как раз мы ее используем. О, осторожно. Тихо, тихо. Надя, осторожно. Глаза. Прикольно. А, и тут тоже. Вот она раскручивается. Угу. Чей туфля? Пророс туфля. Прибит чем-то. Погоди. Ой, я тебя поймал. На крючок. Так. Вот это. Тоже. А она скручена с той стороны, надо зайти. И плоскогубцы взять. А по-моему. Есть? Подожди, сейчас секатор он на голову кому-то упадет. Пассатижи, куда их делать? Пассатижи, пассатижи. Вы где? Вот они, я тебе подам сейчас. А. Опа. Давай, мам. Внесу. А. Сейчас, молодцы. Ну все, мойдем. Туфля. Когда нам надо. Да, мам? Угу. Погоди, надо ее закрыть. Я отсюда отключу. Ой. Сейчас, 2 секунды. Я держу, держу. Да, она нафиг не нужна тут, да? Она не, разваливается. Мы ее куда-нибудь в другое место приспособим. А выкинуть надо ее, если честно. Так, ты там не видишь? Это? А я ж держу дверь. Ой, блин, она отпадает. Я держу ее. Ну, да. Давай ее куда-нибудь сниму. Все, а ты ее не снимешь. Давай, потому что здесь нож вот эта надо. Штука держит. Нож сейчас надо нож тебе, да? Нож. Сейчас. Ребята, идем за ножом. Ты так нож угробишь. Надо какой-то иметь, ну, по... Который не жалко, да. Ага. Он затупился уже, пока резал. Вообще. Быстровато что-то, одно. Такой звук противный. Фу, аккуратно. Опа. Все. Все. Ну, там пока поставь. Во. Так, что здесь? Гвоздем прибит. Зачем лапать гвоздем прибит? Не знаю. Я вообще даже представить не могу. Для какой цели? Оберег какой-то? Наверное. Ну да. Представляешь? Непонятно. Причем маленького размера, чуть детский. Непонятная чешу. Конструкция. Гвозди старые сейчас. О, там еще второй. Как главное не кидать, чтобы их не было. Ну, сейчас. Да вырви его лапать этот. Опа! Все. Там все равно она пристегнута еще. Вот сейчас уберем. Проволока этой. Угу. Последней, да? Ну. Так. И все. И вот она над головой тоже. А, она просто стоит. Смотрите, прикол. Оп! Сняла! Зато легко разобрать, да? Ну, раз и все. И нормальный проход. Не надо пригибаться, короче. Не, ну лучше без этой вот висячей фигни стало. Тут понатягиваем-то. А может в натуре потом, папка, этот, обошьем. Здесь главное обшить, например, этим металлическим, каким-то зелененьким забором вот так вот, вот здесь вот. Да. И все. Ну, а что делать? Так. Ее, конечно, лучше откусить бы было бы, но... Пригодится проволока. Жук, осторожно. О, не ударил он еще. По пальцам чуть-чуть. Простите, мат. Оп, о.
дощечка. Заберу. Я тогда буду сейчас вот это относить туда. Поубираем вот эти ореховые, эти самые. Тут бы тоже погрести чуть-чуть, да? Конечно, вон-то он надо да, брать. Да. Сейчас мы будем тут грести. Сейчас будем. А эту мы натянем, да? Вот этой проволокой. Проволоками, да? Угу. Ну, давай. Черт. Такая снизу что тут болтается. Тоже проволока. А, беспонтовая тогда. Да. Ну, да. Нафиг она здесь нужна. Кусай. И все. Попробуем вбить столбик сюда. Пока будет стоять. Ну а что, если она забетонирована? Ну пока так. Давай то пока так оставим и будем убирать вот это все, выгребать оттуда. Эти все ветки, солому и все дела. А дальше мы решим обрезать болгаркой, обрежем. Не говори. Ужас нашей ямой стало, ребята. Это капец. Да. Да. Так, сейчас я. Надо будет туда Юльку отправить поплясать. Жук, иди топчи яму, утрамбовывай. У него лапы короткие. Объем маленький. Надо сюда Лену на батут отправить, чтобы она поскакала. Ох, пошли, Жук, доделывать работу. И ну уже лучше, ребят. По сравнению с тем, что было, лучше. Оно подсохнет, потом еще пометем что-то такое. Сюда тележку неудобно заводить? Ну да, сюда мама сейчас совочек возьмет. Давай опять. Давай. Опа. Пенечки. Вот на этом лучше рубить, да? Более ровно. Ну да. Тут они и рубили дрова, вот на этом. Он тут и стоял. А ты его хочешь туда? Ну да, там. Там рубить? Да. Там сразу нарубил. Ну да. И понес. Да я его подниму. Ах, смотри аккуратно. Спина. Так, а где здесь? Вот здесь вот, да? Мне что... надо, чтобы ровно было. Ага. Ну, вот так вот, допустим, да? Да. А тебе не будет стена мешать? Да нет. Ну, подожди, ты же еще колеса же положишь. А, да. Да, ну, потом себе уже сделаешь место, да. Мы хотим тут убрать. И вот этот пенек тоже, наверное, да? Ага. А куда его? Может, его где-то просто здесь поставить? Или он будет захламлять? Такой некрасивый, да? Да, не захламлять будет территорию. А куда его тогда? Не знаю. Убрать. Туда же, в сарай, но он тяжелый.
Не, он какой-то грязный, не нравится мне. Да? Куда его? Да, наверное, в тот, где у нас деревяшки. Ой. Тяжелый, да, он мокрый просто. Да. Ой, блин, сейчас я тебя открою, подожди. Давай. Так, сюда его, да? Ну да, ставь. Пускай пока согреется, потом приду на него вместе. В смысле? Все. Сухим станет? Да. Мы здесь хотим вот сейчас эту территорию обмести немножко. Откуда столько много соломы? На меня намекаешь? Да. Блин, а где же веник? А, дома. Нет, дома? Дома. Или не дома? Не помню я, мать. Мусор вот это вот. А, давай. Да. Да. Мешок, там же есть еще место. Да. Ну, сегодня повывозим. Угу. Потом пока светло в машину поскладываем. Сейчас мы вынесем вот эту вот штуку и пойдем эти дальние тоже немножко шкребнем в сарае. Оп. Короче, надо копать еще одну яму. Да, не хватило. Давай. Смотри, чтобы не сломалась она. Не, это раритет у нас. Она сколько выдержала у нас? Ну, сколько лет. Да, жук? И что, собака? Пошли. Ходишь, бродишь, помогай. Чего-нибудь. Смотрите, как уже становится, ребята. Прикольнышко. Чистенько, да? Ну, да. Сейчас вас подметаем, здесь, да. Ребята. Вот здесь вот вышкребаем. Камни в угол. А, вот эту штуку тоже вынести надо. Туда же, да? Да. Чтобы, а да. Они, наверное, ее... Есть... Сюда я места не найду. Я. Проволоки? Куда ее? Да. Не знаю я. Не знаю я. В гараже вообще я. Надо, наверное. Точно, мать. Да. Молодец. В гараже. Вот эта вот сетка, для чего-то ее использовали. Заграждение. Может быть, сюда ставили, приставляли. А для чего, если здесь есть решетка? Не знаю, для чего использовали. Надо ее тоже куда-то спрятать. Блин, страшные вот эти штуки висят. Это типа окошко, они занавесили. Я не знаю. Ну, когда-нибудь доберемся и сюда. Убираем вот эту штучку. Там еще есть место? Есть. Покажи. Тихо, тихо. Что мы здесь нахоломили. Сейчас покажу. Была свинья одна. Так тут даже лампочку можно вкрутить. Тут перегоревшая. Да. Ну вот так вот захломили, ребята. Ну что, ну деревяшки. Ну да. Нам так зрители написали. Расхломили. Что типа, что вы двойную работу делаете, там складируете под открытым небом дрова. Если можно, у вас же куча сараев, действительно. Можно какой-то сухой. Да и все, как да? Камни. Да, дома. Камни туда, где кирпичи, да? Ну, давай, да. Надо. Так, а я шо? Шо? Подметать надо. Да, блин. Одной рукой не возьмешь. Может, тележку? Вон еще кирпичи. Давай. Клади их и приезжай. Стоять. Укрепила, да. Умничка. На. Давай. Там еще один, по-моему. Так, давай возьмемся за щетки. Там будет видно. Что тут будет? А ты с бордюрчика сразу смети вот с этого. Тут все
наверное, конечно, не выметишь, но хоть немножко. Ну, так вот. Предать Боже, стыдит. Сейчас еще вот тут, ребята, подметаем. Немножко так. Там вот кучу навоза надо еще убрать вот там лопатой. Все, ребятки, подмели здесь так. Чуть-чуть, да. Нормально. Там навоз начали убирать, а он мокрый. Да, он мокрый. Надо высохнет, короче, уберем. Что, воняет? Свинюшкой, да. Свинюшки нету, съели. Съели. Не досталось жуку, да? Да, нема свиней. Идем, жук. Здесь тоже он почистили. А ты показывала, да? Да, вроде показывала, я уже не помню. Мне надо идти таблетку пить. Все. Ребята, на сегодня все. Ну, конечно, не совсем как планировали, с этой сеткой вышло. Да ничего, не все. Планы надо по ходу. О, давай, мать. Жукевич. У нас еще этого хлама, посмотри. Да, тоже куда-то одевать. Стоит. О, деревяшка, ее надо в сарай забрать. Давай. Тоже в сарай, да? Ну, не знаю, блин, оно гнилое. Как-то полить надо, чисто. О, посмотри, какая чистота, мать. Ну да, лучше прикольно. Стало. Потому мокрое все после дождя. Ну да. Но уже лучше. Да. Иди сюда к этой. Дай. Опа! Есть. Веник не забыть, мать. О, да. Прикрываем. Жук довольный. Да, Степанка, он ждет, пока я откормлю его. Второй обед. Сейчас, покормим, Жук. Вот это еще забрать. Пакет. И все. Молодцы. А, осталось эти, забыли кирпичи. Да, забыли, за камни. Отвезти. Аккуратно. Аккуратно. Поворот. А на одном колесе я так бы не повез тачку, да? Ну да, одной рукой. Смотри, вообще одной рукой везешь с камнями. Аккуратно. Ого. Тут надо подкопать, и калитка будет еще шире открываться. Да, да, здесь. Там болото сделать. Просто. Все это сделать невозможно сразу. Поскладываем. А постепенно мы все сделаем. Вот так вот. Да. И сюда кирпичик. Не, вот это мелкое, например, столбики какие-то делать, заливать там или что, вот это щебень пригодится. Что, все на сегодня, мам? Фух, наверное, да, надо передохнуть немножко. Смотри, сколько мы сделали. Так, а потом главное мусор не забыть. Эти мешки. Мешки, мешки. Да, вон тут. Да. Машину, так давай сразу загрузим. Давай, да, сразу, потому что мы можем такие, что можем забыть, да, можем. Да. Кушать, дети. А где Костик? А Костик уже поел. Сегодня у вас с макаронами. Подожди. Подожди. Я закопаю тебе. Чтоб ты сразу не повыедал. Ну а что делать?
Ну, сейчас повыедаю все вкусняхи и все. Ешь сегодня макароны. Макароны это, и рис. Почти рис. По-флотски, да, мать? А, макароны и рис. Он сейчас будет выедать мясо, понимаешь? Оно с и бульоном залито. Короче, у меня отдельно был рис, отдельно макароны. Я с кашей не успела. А, и отдельно был бульон с курицей. Куриные спинки там такое. Я вчера не успевала уже-то и этот самый кашу кинуть в бульон. И отдельно залила макароны с рисом, бульоном. Да и все. Прикольно. Я бы сам такое ел. Вкусненько. Все. Не будем тебе мешать. Слушай же. Насыщайся. А он уже не отбегает, когда подходишь к тарелке, да? Раньше отбегал. Все такое становится. Уже наш-наш. Да. Хороший. А где Костик-то? Он был в доме. В доме, да? Да. Греется, он наелся, наверное. Ну да. Спит себе. Все. Еда, ребята. Заливай. Наконец-то, да. Что-то мы сегодня устали. Фу. Попьем чаек. Какой Костик, твой, какой мой? В оранжевый мой. Костик, ты сегодня обожрался. На, мамочка, наелся. Тебе чай. О, спасибо. Так, не знаю, горчицу будем, не будем. С чем ее? Костя. С бутерброда. Чего тебе еще надо? Он свою миску, папка, не переживает. Он ему пахнет, и он это... Перекармливаем, блин. У него такой живот становится, что... Как будто колобок лопнет. Ну все, я сегодня голову мыла, а толку шапку одела. У меня черти что на голове уже. И не сниму, короче. Похолодало вечером, я тоже надел эту, да, шапочку. Вечером голова холодаешь. Должна быть, ребята, в тепле. Ой, мне так хочется редиски. А так, пойду я руки еще помою. Давай. Редиску с солью, ребята. Вкусно. Давай, папка, хлебани и... Обычай, мы всегда здесь с бутербродами чокаемся, да? Уже привык. Оп. Так, твое здоровье. За тебя. Сергей вообще любит всякую зелень, ребята. Зелень, мясо. Надо, кстати, базилик посадить. Я на даче пробовала, на нашей прошлой даче сорвать базилик. Такой что-то несчастный вырастали. Мне кто-то в комментариях сейчас посоветовал базилик сажать не рядочком, я раньше рядочком сажала, а кучкой. Классно. Вкусно? Да, я ее попробую, я не люблю вообще кинзу. А зря. Она классная. Мне колбаса перебивает. Чувствуешь? Ой, фу. Мне нравится. Хотя это привычка, надо привыкнуть. Я базилик тоже поначалу говорила, фу-фу на базилик. Угу. А потом нормально ем. А базилика, кстати, не было на рынке. Я не видела. Да. Нема. Очень классно. Молодцы, мы сегодня столько успели. Хотя мы начали работать часа 4, если не позже. Да, поздно приехали. Угу. Так мы успели в итоге, доделали до конца. Только сетку не убрали. Ну, на, Костя, живой хлеб. Да. Значит, будем с сеткой жить пока. Че? Я предлагал болгаркой спереди. Ну да, я не уверена просто. Я она когда... как бы не мешает. Ну да. Знаешь, говорю, когда не уверен, надо ночь переспать. Да. Ну тогда будет ясно. И ты поймешь. Угу. На базилик. Будешь? Он не будет. Конечно. Андрюх. Нет. Ему воняет оно. Я хочу, знаешь, вот хлеб я еще брала. Можно взять хлеб, кусочек сала. Вот так вот. И сверху можно это, чуть-чуть горчички. Вот. Да, его перебирать надо, есть такие. Да, да. И берем хлеб, сало, горчичку и кушаем.
Ну и как? Супер. Горчица хорошая это. Да и сало хорошее. Да. Это я колбас нам брала. У нас свое соленое закончилось. Надо будет как-то на рынок заехать. Взять сало. Мы в прошлый раз выгодно по 40 гривен взяли всего лишь сало. Горчица хорошая. Да. Ударила по мозгам. Вкусненько. Ну что, такие дела, ребята. Все, будем мы кушать. Не будем сегодня долго вам чавкать тут. Хотя нам пишут, о, мукбанг, мы так ждали. Юля, просто неудобно. Я сегодня уставшая сильно. Неудобно и жевать, и говорить. Все, ребята, мы уже приехали. Нет, да, приезжаем, места нет. Вот здесь обычно становится три машины. Из-за того, что неправильно вот этот, не протянул вперед, вон. Из-за этого... Мы не можем, да, подтянуть. Мы вчера сюда втыкали. Неправильно машины ставят. Что-то их дофига стало. Да. И там, на том месте, вместо трех, две машины стоит. Капец, не мог где поставить.